Проявляй решительность в своем дуа, в мольбе. Говори: «О Аллах, прости нам, помилуй нас, благодетельствуй нас, прости нам, Господь мой, дай мне». Вот таким образом. Не говори: «Прости мне, если пожелаешь». Это как будто ты говоришь: «Если ты можешь простить, то прости мне». Или говоришь: «Меня не заботит это». Простишь ты или нет? Нет же! Будь уверенным и решительным. Говори: «Аллах, прости мне и помилуй меня».